Всем привет! Сегодня мы продолжаем наш марафон. В прошлой серии мы были много у кого, и сейчас мы должны Не говорите, что придет все заново. В общем, отправляться к этому, к психам. А нет, все нормально, продолжаем. Я же испугалась, знаете ли. Так, вот, сцена номер 7. Вот дом психа. Скажу тебе по секрету, он полный псих. Странно, что психиатр полный псих. Он же психотерапевт, как же так? Вот хороший вопрос. Такое бывает сплошь и рядом, поверь. Прозвище психа он придумал себе сам. Учти, иногда он строит из себя супергероя, проникающего лучами в мозг. В общем, давай до завтра. Я пошел. Гостевой домик, 10 минут ходьбы. Сам найдешь. Эй, тут есть кто-нибудь? Мистер Психа? Ау? Пока этого психа нет, осмотрюсь. Так. Хорошо. А чё мне времени как будто бы меньше дали? Так и должно быть. Кстати, в отличие от остальных, у него более-менее чисто, и теперь я не могу ничего найти. Не понимаю. Ой, господи, кто это? Может, я только сейчас его заметила. Так. Как удобно, что они вырезали криво, и можно найти по цвету. Но все равно... Ой, кукуруза валяется. Ой, носок на видном месте был, что это? Давайте используем подсказку. Серьезно? Ладно. Не знаю, где эта подушка находится. Что это? А, это две головы. Сердечко. Цветочек. Кто-то говорил, детская игра. Да, весьма интересный персонаж. Дедушка Фрейд был бы удивлен. Ё-моё, я ж испугалась. А чё человек настолько реальный? Я даже не знаю, как его озвучивать. Ах, вот вы где. За нами была слежка. А, какая слежка? За нами следят. Прямо сейчас следят, тихо. Кто следит-то? Ясно. Кто существа по ту сторону? А, ясно, кто существа по ту сторону, за тонким стеклом, разделяющий наши миры. Им нравится наблюдать за нами. Вы имеете в виду инопланетян? Скорее, назвал бы их иномирянами. Мы похожи на них, а не на нас. Глядя на нас, они развлекаются. Я бы даже сказал, играют. Может, даже в рабочее время. Но они не застанут врасплох психа. Ха-ха-ха. Психа всех победит. А вы, кстати, случаем не сумасшедший, а то могу полечить. А вам самому, уважаемый псих, случаем не нужна помощь? А, и вы тоже. Вот почему... А, все почему-то думают, что я чокнутый. Вы просто не можете понять, что мир наш всего лишь сценарий в картинках. Думаете, что вы нормальный? Мыслящий человек с нормальной психой и адекватным поведением? Мне кажется, мы все неадекватны по-своему.
Чтобы там о себе не думали, вы всего лишь часть некого сценария. Вы, по сути, свой лишь набор букв. В отличие от вас, Артур, у меня хоть есть внешний вид. Зачетная шутка. Это похоже на то, когда одна моль, поедающая австралийскую шерсть, пытается объяснить другой моли, поедающей австралийскую шерсть, наличие Австралии. Извините, я, конечно, уважаю вашу точку зрения и все такое, но я хочу задать вам несколько вопросов по поводу Санты и его пропажи. Я отказываюсь продолжать разговор в таком духе. Я даже убедиться, что вы с ними не заодно. С кем? Если вы с ними заодно, то и так знаете. А если нет, то лучше вам этого не знать. Вот для начала, пожалуйста, напрягите свою память. То сконцентрируйтесь на картинке, которая откроется. Сразу предупреждаю, картинка непростая. Если вы издик, то картинка сведет вас с ума. Если вам от этого будет легче, давайте я рискну. А, тут легко. Сказала я. Блин, музыка прикольная. Она мне навевает воспоминания об American Alice, проходили, которые есть на канале, но... Знаете, рекомендую к просмотру. Качество... все лагает очень сильно там. А так поиграть прикольная игрушка. Какая странная картинка. Как будто плывет, но вроде ничего не двигается. Ага, понимаете, все кругом иллюзия, как и эта картинка. Есть только пустота, но кажется, есть движение. Да, с вами не просто психа. Все-таки, что по поводу Санты? Ах, да, Санты. Ну что ж, я скажу. Санта собирался сейчас с какими-то бурбулярами. Кто они такие, никто не знает. Или не помнит. Лично мне кажется, что бурбуляры проникают лучами в мозг всем, кто что-нибудь про них узнает. И он сразу забывает. Но с психо им не справиться. Психо сам проникнет в мозг кому угодно. Кто такие эти бурбуляры? Я не помню. Вот досада. Это все лучи. Мне нужно в подвал. Там их лучи меня не достанут. Вот, держите, записка от Санты. Может, поможет. Опять раз... Что это? Так. А, здесь вот слово мистер. Угу. Помогите. А, нет, не помогите. А, помогут. Икра? Хочу икру. Икра так вкусно. С каким? Криска. Почти как крыска. А, краски помогут. Краски. Краски помогут. Если не краски... Мистер? Астерю? Нет. Может, не краски? Что-то я не думаю, краски помогут. Блин, эту музыку надо было в новелле какую-нибудь использовать. Вот для чего нужна эта музыка. Краски помогут, мистер. Тут давайте подсказок. Здесь? Симтер? Смитер? Их так можно будет двигать?
Почему не мистер? Да я знаю, что осталось на минуту. Ну-ка. Давай подсказочка. S-E-E, Смитер. Да я не понимаю. А, краски помогут смерти. Зачем? А с чем он? Жуть какая. Что бы это значило? Ладно, сейчас уже поспать, а завтра продолжим поиски. Не спится. Краски какие-то. Причем здесь смерть? Может, я что-то напутал? Ну, вот там, наверное, мистер был, потому что. Надену-ка я очки Элвиса. Может, поможет сосредоточить мысли? Ах, 10 различий. Ну, давайте. Наши прекрасные 10 отличий. Помню, в журналах тоже это было. Это было не очень удобно. Так как ты вроде бы нашел все, но при этом не все, а подглядывать ты не хочешь. Ну а на самом деле ответов везде были почему-то. Я не знаю, кстати, почему во всех журналах были ответы. Особенно бесит, когда ты кроссворд решаешь. Сканворд. Кроссворд я не особо люблю решать. А, то ты даже не узнаешь правильный ответ. Типа, как хочешь, так и думай. Так. Давай. Осталось 3. Что же от меня спряталось-то? Ладно. А, там шторки, что ли, не было какой-то? Это было сложно. Неплохо. Отлично, я считаю. Эффект замечательный, а толку пока никакого. Во, а может позвонить Санте по магической телесфере? Вдруг он выйдет на связь? Но для этого должен спорить Санту. Каким я его помню с детства? Какие парды картины? Опять эта игра? Отлично. А чё тут так много овец появилось? Хо-хо-хо. С вами говорит Сан. Меня сейчас нет на месте. Но вы можете загадать свое желание после звукового сигнала. И я обязательно его исполню в ближайшее Рождество. Алло, алло, Санта. Похоже, автоответчик. Ладно, не удалось. Все, спать. Посчитай овечек. Ты что, проснулся? Или он не ложился спать? Ну, давай считать овечка. Раз, два. Овечка, три. Овечка, четыре. Овечка, пять. Овечка, шесть. Овечка, семь. Овечка, восемь. Овечек, девять. Овечек. 10 овечек, 11 овечек, 12 овечек. Надеюсь, вы не заснули. А если заснули, то спокойной ночи. Ладно, это озвучить не буду. Все. Он заснул. Где я? Слушай, а прикольное место. Смотрите, какие-то дыры. Ты во сне.
ты спишь, а это твой сон. Typical сон. Да, никогда мне таких снов не снилось. Ха, подумаешь, мне не такой снится. Это специальный рождественский сон. А ты кто? Я твой внутренний голос. Ты, Артур, вместо того, чтобы задавать дурацкие вопросы, лучше сосредоточься и смотри. Во сне порой можно найти ответы на вопросы, которые тебя волнуют. Посмотрись. И о чем волнует нас Артур? Его все еще волнует эта гребаная картинка, которую мы находили в какой-то там из серии, не знаю. Зачем ты тебе картину? Ты на пикник хочешь, что ли? Список подарков, собак. А? Почему снова времени мало? Или нам всегда так мало времени давали? Я не помню. Волынка? Где ты тут волынку видишь? Ладно. Попугай тебя снова волнует тоже, да? Но мне тоже понравился этот попугай, вот он. Овца. Мне, кстати, счет овец и, в принципе, счет цифр не помогает заснуть. Не знаю, кто решил, что думать во время сна счет вести – это хорошая идея. Кажется, наоборот только. По-моему, я даже смотрел видео какое-то. Там рассказывают, что, чтобы быстрее заснуть, лучше представлять какие-нибудь спокойные места, а не считать овец. А как я список подарков найду? Может, мне, конечно, очки надеть, но я ничего не вижу. А, вот овца. Вешалка. А, вот леденец. Скрипка. Прекрасный инструмент, скрипка. Мне раньше, кстати, скрипка не нравилась. Я думала, что она противная. Но она так прекрасна. В сочетании с гитарой тоже прекрасное сочетание. Ну, из лучших. Курительная трубка. Какой кошмар, Артур. Куришь, да? Кошмарно. Курение вредит здоровью. Снеговик. Ну почему это не список подарков? А что это тогда? Это список подарков. Это свиток какой-то. Так. Перо, картинка. Меня, кстати, смущают эти буквы на медведе. Давайте спросим у подсказки. Она указала на медведя. Это картинка была? Это что, шутка какая-то? Это не похоже было на картинку, я думаю, это каска. Не меньше от убеду Тесла. Ну, скоро останется. Не могу перо найти. Давай, перо. Я искала белое перо. Так, мышь. 9 секунд. Быстрей, мышь. Очки Элвиса. Какие очки Элвиса? Вот они. Ура! Мы успеем. 3, 2, 2 секунды, ребят. Но я просто ожидала немного другое перо. Я думала, белое такое, знаете, гусиное, которое мы писали. Все вернулось. У меня это корзина, конечно. Очки Элвиса, они и тут во сне. Это неспроста.
Потому что это не просто очки. Элвис не стал бы носить простые очки, не так ли? Что мне с ними делать? А что тебе подсказывает внутренний голос? Не понял. Надень их, а то взгляни на свой сон сквозь очки. Нет! 10 отличий гробных. 10 гробных отличий! Во сне! Держусь, как Дед Мороз, Бог, куда поделался? Ладно. А, я даже какой-то еще один предмет даже не заметила. Так. Я вот сейчас прихожу, вам, наверное, смешно, да? Потому что я тут подсказки использую. Мне тоже смешно от этого. Наверное, быстрее меня находите все-таки. Тапки? Какие-то тапки? Что это за вещи? Те, которые я нашел. Это вещи из твоего подсознания. На самом деле они нафиг тебе не нужны. Просто ты очистил свой мозг от ненужного хлама. А что за смерть была в записке от Санты? Смерть? Забавно. Попробуй-ка ей позвонить по телесфере. Кому смерти? Как-то. У тебя что, склероз? Забыл? Просто представь того, с кем хочешь связаться. Представь смерть, как это? Ну ты даешь, хватит думать, представляй. Представь смерть. Слушайте, интересная фотка смерти. Так. Смерть у нас косой. Интересно, зачем смерти коса? Кто-нибудь шарит за... Не знаю, мифологию это правильно назвать или как. Алло? А, надо смерть как-то озвучить. Не знаю. Алло? Это смерть? Да, с кем я говорю? А это... Мне насчет Санты поговорить. Насчет кого? Кто говорит? Меня зовут Артур, я расследую дело о пропавшем Санте Клаусе. Мне сказали бы вам позвонить. А, Санта, Санта, как же, вам бегу озвучу. Ну ладно. Заходил ко мне, разговаривали. Ну что ж, заходите и вы ко мне в гости. Поговорим. Мне это как-то не хочется. Как фамилия ваш? Найт, Артур Найт, а что? Минуточку. Артур, ты небось, судя по моей записи, твой час еще Дискорд достает. Заходи просто так, пообщаемся, чайку попьем. А как мне до вас добраться? Олень, знаешь, он отведет. Все, жду. Попала в передрягу. Пора просыпаться. Опять Олени звать. Нужно позвонить Олени. Вспомни Олени.
Алло. Олень, это Артур, нужна твоя помощь. Слушай, мне нужно поговорить со смертью. Можешь меня к ней отвезти? К смерти? Ты что, с ума сошел? Очень может быть. Она же смерть, не боишься? Так, ты можешь отвезти? Ну, могу, конечно. Но я с тобой к ней не пойду. Ведь это к смерти, это не для соблазненных. Мне кажется, смерть поможет мне найти Сату. Но она отвезу. Дай мне полчаса, я прилечу. Кстати, пока ждешь, можешь найти флейту? Сам не проверял, говорят, что смерть любит, когда играют на флейте. Скорее, на органе. Орган смерть ненавидит. Я на флейте играть не умею. Ничего, научишься. Найди сначала флейту. Она должна быть где-то в той комнате. А потом зайди в дом Саты и найди волшебный нот. У тебя получится. Встречаемся в доме Саты. Все, до скорого. И я, который не умею ноты читать. Вообще не представляю, как их читать. Какие-то скорючки. Ну, если бы я училась в музыкальной школе, то у вас позже бы и понимала. Так, фикас. Жираф. Ракушка. Я вот ничего из этого не вижу. Апельсин, блин, монеты. Ладно. Вот, я вот про это перво думала. Не какой-то там вороний струсина. Ой, струсина. Струсятина. Да это не пегас, а где крылья? Нифига себе, стопочка монеточек, конечно. Блин. О, снова скрипка. Ключ. О, писи. Жираф, я вижу оленя только. А. Хорошо слился жираф, конечно, с оленем. Так, кораблик. Ключи, ваза. Ключи, ваза. Ваза, ключ. Флейта. Вот флейта. У меня, кстати, была бы флейта, она у меня сейчас есть. Блин, мне почему-то хочется что-нибудь сыграть, но я ничего не помню. Помню, я только субмарину помню. Это будет ужасно. Прикол, попробую. Если это будет ужасно, я вырежу. Просто я помню... Зачем-то покупали в 4 классе, потом всем классом, чтобы научиться играть. Нашу часть музыки, которая тоже, по-моему, не умела играть. Почему она мне пыльна? Вообще, я, кстати, бы хотела продолжить, наверное, обучение на буквлете, но мне немножечко лень. Еще пыльна. Просто у меня нет палочки, чтобы ее чистить, она где-то потерялась. Флейта. Попробую сыграть. А у меня лучше. Здрасте. Что? Кто это? Я призрак Рождества. Вы меня разбудили. Уже Рождество? Еще нет, скоро. Ну вот. Мало того, что ваша игра на флейте полнейший кошмар, да еще и разбудили раньше времени. Я не хотел. Ладно, спойте ее колыбельную, постараюсь снова уснуть, пока не до конца проснулся. Колыбельную? Я слов-то не знаю.
Вот люди пошли, кошмар. Играть на флейтах не умеет. Будет. Да еще колыбельных не знает. Мрак. Неужели вам в детстве не пели Да блин. Что за гребаный сон? Ужасный сон. Неужели вам в детстве не пели колыбельных? Пели. Мама пела. И бабушка. Но я слов не помню. Эх, времечко настало. Ладно, ищите. Книжка с колыбельной должна быть в каждом доме. Тут есть наверняка. Ну как сказать? У меня нет. Что вы искать? Какой-то кошмар. Я просто в ужасе от происходящего. Да. Вы не представляете мою боль, когда я вижу это. Ужас. Ладно. Так. Ура, мы нашли книжку с колыбельными. Вот, нашел. Так, Поти же, чего ждете? Сейчас. Еще болею, да. Баю, баюшки, баю. У вас неплохо получается, дети есть? Что? Спрашиваю, у вас дети есть? Нет еще. А пора бы. Талант. Не дай боже, пожалуйста. Продолжайте. Не ложись ты на краю, придет серенький. Фу, кажется, уснул. Впредь нужно быть аккуратнее перед тем, как использовать здешние предметы. Но я думаю, пора заканчивать. Эх, не успели мы, конечно, сходить к смерти в гости в этой игре. Но в следующей серии. И пишите в комментариях. Я не знаю, что пишите. Умеете ли играть на музыкальных инструментах? Я вот, например, хотела бы играть на укулеле, на гитаре, на скрипке. Блин, я на многих из музыкальных инструментов хотела бы играть. Да хоть на флейте бы. Вот, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну и всем пока.